Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Микс Гейм, а мы с вами продолжаем выживать в анимешном мире. И сегодня наша задача какая? Нам нужно с вами построить наконец-то мотоцикл, по крайней мере не построить, а поставить хотя бы его в нашем доме, да, на пол второго уровня. Посмотреть, что нужно для его сбора. Кстати, у меня что-то с игрой сначала случилось, потом я ее перезагрузил, то есть, ну, удалил с компьютера. И заново поставил. У меня появился песик. Не знаю, с чем это связано, но теперь со мной есть собачка. И она такая прикольная. Буточку мы так еще и не достроили. Я не знаю, можно ли тут найти вот эти материалы. Да, вот этот какой-то корм для собак, я так понимаю. Коврик. Банки мы нашли, с этим проблем нет. Ошейники можно создавать. Гвозди найти. Доски тоже можно создать. Травка уже есть. Вот как-то так. Ну и сегодня еще мы с вами сходим в PvE зону, посмотрим, в PvP точнее зону, посмотрим, что там у нас есть. Так, ну что, доски у нас уже приготовились, давайте мы их заберем. Сделаем сразу с вами пол. Так, камень, да, нам нужен еще там, по-моему. Да. Так, и давайте делаем второго уровня. Пол, отлично, есть контакт. И теперь где у нас мотик то был уже скрафченный? Вот он. Окей, и давайте его теперь установим. Есть контакт. Ну как он выглядит? Блин, ну такой гламурный, я прям не могу. Так, смотрим, что для него нужно. Это, я понимаю, какие-то доски еще лучше. 20 движков, 2 колеса, 20 дисков. Или что это, тормозные колодки какие-то, непонятно. Один ключ, 10 шурупов вот этих, 10 подшипников, какая-то свеча, 30 проводов и бензобак. Ну, в общем, делов много, я так понимаю, нам предстоит, чтобы все это дело насобирать. Мы, кстати, уже 12 с вами уровня. По крафту у нас что? Что? Открылся стол и открылся какой-то химикал столик, да? Кстати, можно его сразу изучить. Но вот эти вот баночки я пока еще не находил. Ну и теперь, наверное, уже можно отправиться на локацию. Ресурсы. А, так, стопы. А что теперь вот собачка тут что-то делает, нет? Левел 2. Угу. Ничего не делает. По запасам что у нас? Покушать есть. Водичка есть, бинты есть. С этим все вроде как в порядке. Сюда поставим ножки. Так, хочет она пить у нас. Давайте мы ее напоим. По максимуму покушаем. Бутылки сразу поставим, чтобы наполнялась вода. Так. И нам не мешало бы сделать на самом деле какое-нибудь оружие, но у меня, по-моему... Так, сейчас посмотрим. А вот, давайте сделаем вот такую дубинку заодно и посмотрим, как она работает, насколько хорошо мочит зомбарей. Давайте мы ее как раз и протестим заодно. Отличненько. Я бы, наверное, еще замудрил как его называют, топорик, чтобы если что у нас было дерево под рукой. Давай, создавайся. Все, а это все мы выкладываем обратно. Так, дощечки сюда.
Отличненько, отличненько, все. И давайте вот сюда тоже сразу установим дубинку, чтобы потом, если что, сразу сменить оружие. И полетели в ПВП-зону. Затестим, что ж там мы с вами будем иметь. Так. Пайн Баша с ПВП. Ну. Вот это что такое? Детали какие-то. А, ну это они. Что тут ЕСМ? Фарелс. You can get pictures. Пофиг, поехали. Будем на месте разбираться. Там, я понимаю, еще какой-то ивент, видимо, проходит. Жалко, конечно, что нет русского языка. Может быть, постепенно появится. Было бы неплохо. Так. Это что такое? Ё-моё. Вы это вообще видите? Просто смотрите, какой громила. Ё-моё! Вот это да. А ну-ка, дроп я свой смогу вернуть? Так, во-первых, нам нужно будет, наверное, приодеться, вот это вот забрать. Макарошки у меня тут какие-то появились, слушайте. В почте время от времени что-то появляется. Это хорошо. Так, я не понял. Честно, я что-то не понял. Чё к чему? В любом случае, погнали обратно. Короче, того чувака надо валить толпой. Хотя бы, чтобы было два человека. И аптечки, чтобы были наготове. Это тоже важно. Блин, было бы неплохо, если бы мой труп там остался, конечно. Но, походу, он там не остается. Послушайте, нет, там что-то есть, трупак. Блин, а тут одни такие зверюки здоровенные. Ё-моё. Тихо. Так, как бы мне забрать бы? Эй, ты главное не паникуй. Он от меня не отстает. Подлюка такая.
Так, надо остальные шмоточки как-то забрать. Как-то забрать. Отлично, мы все забрали с вами. Это уже радует. Ё-моё. Вот он жесткий-то. Тихо-тихо-тихо-тихо, убегаем. Да ё-моё! Не, ребят, одному тут нереально. Но сейчас хотя бы радует, что мы узнали, что можно свой шмот вернуть. И сейчас хорошо, что я умер у края карты. Я думаю, сейчас смогу забрать аккуратненько все это дело. Блин, зона жесткая. Вот тут реально нужно играть с друзьями и мочить этих утырков. И мочить этих утырков. Так, никто там не идет. Отлично. Так, сюда это поставим, сюда это пока поставим, сюда это поставим. Кстати, тут можно залутаться. Пока тихенько. Посмотрим, что тут есть. Мясо, что-то за медалька какая-то. Куча туфелек. Так, иди в баню, а. Хоть дерево порубим. Главное больше не умереть. Так, ну с этими, я думаю, мы справимся без проблем. Тихо, 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 тихо. Тихо, родной. Так, ну и сейчас он от меня, я так понимаю, не отстанет, да? Аптек у нас больше нет. Навряд ли мы сможем с ним посоперничать. Тут еще один стоит. Кромозека. Еще один, блин, мы сейчас всех соберем тут. Беги, беги, беги отсюда. Ё-моё! Я их тут три штуки уже насобирал. Надо сваливать, ребята. Просто надо сваливать. Короче, я сваливаю отсюда. Ну его нафиг, как говорится. Посмотрели мы с вами на PvP-зону.
Ну вот что-то с игроками там не очень, никого мы там не встретили. Так, с рюкзаком у меня что? Ягодку, наверное, нужно покушать. Так, сбегать за деревом сразу. Сразу сбегать за деревом. Блин, мне интересно, где же все-таки искать запчасти для мотоцикла и для этого, для будки. Интересно, интересно. А ну-ка, кстати, в магазине, интересно, есть покупка мотоцикла? Да, кстати, смотрите. Бак. Все можно купить. И сколько это стоит? Это шанс выпадения только. Стоит 151 ящик. Ё-моё. А так стоит мотик 6 косарей. Жестко. Так. Это я не понял. Что-то у меня предчувствие, что бачок мы с вами будем искать для мотика очень долго. Ну, посмотрим. Так. Это забираем. Вот эти ботинки, наверное, бы все бы на самом деле. Меч, кстати, вот этот хлесткий, ушибает с одного удара, не то что деревянный. Так, короче, вот это нужно удалить. Вот это нужно удалить. Вот эту наденем. Это удаляем. Да, это надеваем, это тоже удаляем. Вот так нормально. Так хотя бы у нас появилось свободное место для дерева и всего такого. Так, тут что у нас? И место опять быстренько заполнилось. У, левел 13. Отлично. Блин, как классно меч тут рубит, а? Короче, у нас опять нет места. Ё-моё, ну что такое-то? Такс, 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 такс. Чтобы тут, блин, убирать-то тут больше нечего сильно.
Так, кстати, отлично, у нас место освободилось, оружие одно ушло. Вот этот мы ягодки используем. Кто меня лупит? Лед Лейди. Лучше бы ты мне помогла в ПВП-зоне, Лед Лейди. Все, озябло. Озябло. Это все, конечно, хорошо. Так, а первый чертеж у нас есть? У меня осталось для кувалды, по-моему, всего лишь один чертеж. А, нет, два. Надо, короче, четвертый и шестой. Я понял. А для... А для лампы, по-моему, там один какой-то остался чертеж. Так, шкуру ложить некуда. А, ну вот это мы удаляем. Это забираем. Так, это мы обыскивали же коробочку, да, если не ошибаюсь? Да. Это мы обыскивали. Ну и походу все, можно возвращаться домой. И надо попробовать открыть один ящик, что ли? Посмотреть, что там за выпадение такое происходит. Нам куда-то нужно еще сходить. Сходить. На парковочку вот на это сбегать. Ладно, в следующем видео сбегаем на эту парковочку. Так. Это можно потихонечку сюда уже ложить. Гвозди, ладно, попозже. Вдруг они пригодятся в какое-то другое место изначально. Семена сюда. Тут у нас что, малинка готовится, да? Так. А это, кстати, какие-то другие дрова? Или что это такое? Так. Это дерево поставим на доски. Ага, это другой вид дерева, да. Мы пока его прибережем. Такс. Мясцо. Суды пока. Медалька непонятно для чего нужна. Так, камень. Куры, гвозди, эти штучки, это сюда.
Это вот сюда определим. Так, еще дерево куда-то нужно засунуть. Вот так вроде как. Ну что, друзья, на этом, наверное, мы будем с вами прощаться в этом эпизоде. Сегодня мы поставили мотоцикл. Кстати, куда моя вот собачка делась? Она же бегала со мной. Куда-то убежала. Ну да ладно. Поставили мотоцикл, посмотрели, что нужно нам с вами для крафта. Делов тут, походу, много. Сбегали еще в локацию в PvP, посмотрели, что там за чудеса такие творятся, что за громилы ходят. И давайте, знаете, что еще мы с вами сделаем? Так, во-первых, у нас 13 уровень же открылся, да? На 13 уровне у нас появился столик новый, кстати, который мы можем сделать. Я так понимаю, это для переработки камня. Так, ну и все. Вот это что такое, я не могу понять. И ничто не происходит. Rotary Torn какой-то и вопрос-знак. Что-то, видимо, для этого нужно сделать. Illustration. Так, окей. И еще сделаем вот такую вещь все-таки. Посмотрим, что выпадает вот отсюда за 150 кристальчиков. Так. Где он у нас появился? Вот он. Ну и откроем. Ну да, тут выпадает, видимо, одна какая-то деталь. Сейчас самое говно выпадет. Провода. Замечательно. Кстати, провода нам куда-то нужны же были для какого-то крафта. А для какого? Блин, куда-то нужен был провод. Походу, это именно только для мотоцикла и нужны были. А для мотоцикла нам нужно, смотрите, 30 проводов, выпал только один. Вы понимаете, да, если донатить, то сколько баблишка нужно потратить на эту игруху. Ну все, друзья, с вами, как всегда, был MixGame. Не забудьте поставить лайкосик, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока-пока. Увидимся в следующем видео. Чао.